Приветствую, друзья! Продолжаем мы с вами играть в World of Tanks. Продолжаем качать шведа 7-го левла Лео. Обещал я вам, что уже докачаюсь до 8-го, но хрен бы там. Как говорится, хочешь насмешить, расскажи о своих планах. Вот я и рассказал. И как обычно понеслось одно другое. Ну и в общем, вместо 95 тысяч я накачал лишь 35, можно сказать, одну треть. Давайте сразу в бой. И вот как-то вот так, друзья, как-то вот так. Ну, сейчас попробуем что-нибудь сделать, покачаться немножко, поиграть. Думаю, за эту-то неделю, если меня вдруг прям совсем жопы-жопные не наступит, ну, что-нибудь, как-нибудь, я думаю, к следующим-то выходным, к следующей неделе, я думаю, уж точно докачаюсь. Правда, буду стоковым, но тем не менее. Ладно, кинули нас в химки. Мы в жопе, потому что у нас две арты девятые в химках. У противника, как видите, одна арта девятая и полтос. Отлично. Причем полтос непростой, полтос мною когда-то заблоченный. Какая прелесть. Сделаем это красиво. Конечно, попытаться сделать это красиво можно. Что, поехали через гору, наверное? А что еще делать? Особых вариантов других я не вижу. На железку. На железке сейчас особо не разъездишься. Там, как правило, теперь постоянно БТ-хи стоят. Стоять у себя с своей стороны тупо. Подождать кого-нибудь тоже не очень интересно. По всей видимости, полтост как раз поехал на гору у них. А у меня здесь пик 49-ка. Ну еще три танка, конечно, ползут. Ну давайте заберемся. Может, что-нибудь сможем придумать. Стреляем по тем гаврикам. Конечно, мы их вообще увидим. Вижу. Голду заряжай, чего ты его щекотишь? Самое смешное, я голду и стрелял. А он, кстати, полтос приехал на гору. Так, Икс, ты не хочешь проехать, нет? Полтосик. 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 А помочь мне ни одна, сука, не хочет. Так паял, что аж гусли слетели. Блин, за что? Только разогнался. Ребята, на помощь, Бен, айнит мне... Я мстя, мстю, и мстя, мой хелп. Словно автомат. Один есть. Отлично. Вот мы и отомстили супостату вражескому. Этого не видать. Счет 4-2. Я отсюда, интересно, вообще уеду. Там этот смотрит куда? В мою сторону, нет? Вроде мимо. Хорошо. Ну все, клешни стащили. Куда поехал? Чемодан забыл. Эх, 212-й. Не дал ты мне доехать. Пострелять. По Г-линии. Меня выцелил специально. Шота добрать. Хотя по тебе, по идее, надо бы кого-нибудь он крупного надамажить, тяжелого. Не, зачем? Мы же фраги собираем. Ну, он долго меня не пережил, эта арта. 6-4 вроде как выигрываем. Ох, шпик. Ну, вот смысл так перестреливаться? Что ты делаешь? Ну, тут еще не все закончилось. Еще все может быть. Там нашу базу штурмуют, собственно. Шесть пять.
Ну обидно, обидно. Мы только там в жопу, можно сказать, им выкатывались. Тут такая шняга. Эх, арта, арта. Ну, у меня там гусля двигло. Еще все было плохо. Ага, убили. Котеху. 7-5. Аж пик убил супер перша Малора. Вот отсюда можно было бы неплохо покидать подтяжиком, но. Жопа, она и в Африке жопа. О, как дал хорошо. Пантер. Здесь прорыв идет по этой линии. По третьей. Хорош. Но это победа, это радует. Малор, Малор. Ну и где-то там он стоит, Артан. Да. И она не попадает. Это, конечно, жесть. Стоял сведенным, ждал и не попал. Ну давайте, убивайте этого маленького засранца. Ох, 49-ка. Дала. Скорпион, хоть ты. Ха, скорпион стоит, айфкашит что ли. Давай на таран его. Еее. Ну, если не 49-ку, он скорпиона бы забрал. Весело, весело. Ну, хотя бы победа, друзья. Хотя бы победа. А то здесь на выходных была акция, шмакция. Умножение натрия. И все, и писец. И одни поражения. Что-то 5 поражений подряд, 8 поражений подряд. Это обычное дело. Конечно, печально, печально, что у нас арта сняла. Ну, хотя бы мы 9-ку-то забрали. Получилось неплохо. Ну, конечно, сглупил в одну харю ехать. На что он рассчитывал? Что всех победит? Победит. Но нет. Рудники. Рудники, 8-й левел. Это уже получше, уже полегче. Арты нету от слова совсем. Ну и мы куда-нибудь сейчас. Сейчас куда-нибудь на горочку, наверное, да? Полетим. Аль на маяк. Маяк. Не. Лучше на горочку. Потому что это встречка, это база, ее надо защитить. Вперед! Только вперед! Да, только вперед. Вот здесь, кстати, можно было бы все-таки на маяк поехать, попробовать популькать. Но у нас такая перезарядка, что там получилось лишь бы один раз вышло. Дамажить, все, дальше уже не успели. Так, залетает. Не спускай с него глаз. Ух, давай мать. Другого продамажим. Спасибо, Эмиль. Ты был очень дорог мне. Попался, теперь он наш. Уносите следующий. Хорош. Так, забрали мы ЛТТП. Получили сами плюху от Эмиля, чтобы ему пусто было. Так, ну здесь я никого не вижу, но через маяк там плюхает много. Так, ну, коли я здесь никого не вижу, давайте разбираться с теми танками, которые в базе уже поехали. Так, кто меня светанул?
сухо, капусту тебе в ухо. Ты так не делай. Так нельзя. Убили. А этого товарища я не вижу. Блять, кто там иди на? Он за зданием. И этот за зданием. Нужно больше дамага. Хорошо. Наша плюха досталась кому-то другому. А нет, он с этой стороны стоит. Надо переехать просто. Ну, ладно, мы не будем. Надо повторить. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Уехали. И суху забрали, хорошо. КВ тоже забрали. Осталась троечка. Троечка, троечка. Хорошо, может тебя это отвлечет? Ой, хорошо, хорошо. Входим и выходим, друзья. Ну давай. Жопкой, жопкой пяться. Пяться жопкой. Так, с той стороны у них там где-то ПТХ стоит. Ну давай, да, выезжай. Ну сколько можно-то, ну. Так придется за тобой ехать. Конечно, скорее всего, получу шот от ПТХи, стоящие у них на базе. Да-да-да, вот он. Здравствуй, друг. Отлично, отлично, друзья. Просто великолепно съездили. На Центриона я не рассчитывал. На Центриона я не рассчитывал. Ну, слишком рано мы рванули. Да. Слишком рано. Поспешишь, людей насмешишь. Надеюсь, вам весело. Мне вот интересно, кого Исуха 152 на базе ждет? Там, в принципе, базу уже захватили. Так что понятно, кого он ждет. Им просто лень куда-то ехать. Ладно, зато победа. Второй бой уже подряд нас сливают, но мы побеждаем. Может быть, это такая хорошая плюшка. Может быть, мне каждый бой вначале сливаться. Мы будем выигрывать. Я не против. Раз так 50, 100 и нормуль. Эх, но мечты, мечты. Вновь нас кидает к 9 левлам в тундре. В мир боли, отчаяния. Да. Ну и куда? На гору. Вновь на гору. Ну давайте. По скорости у них кто туда может прилететь? А 44, ты 43. 37. СТРВ 103, кстати, может. Но он вряд ли полетит в горы. Ему там неудобно. Скорее всего, останется ее контролить. Танки грязи не боятся. Танки, да, они грязи не боятся. Летим, 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 блять. Шо ж вы как едете через жопу там? Ладно. Ну, на саму гору я уже, наверное, не проскочу. Я, конечно, могу проскочить, но... То, что останется у меня от ХП... Чем вопрос? В предыдущем бою я уже проскочил до КВ-3. Вон как Т-37. Он тоже хотел проскочить. Хорошо, проехали, слушайте. Без проблем. Так, ну и сейчас мы отсюда будем светить своими... Ой, гляньте на Т-43. Хорош, хорош. Так, карта-то здесь есть, друзья. То, что особо-то не вылази. А то впиндюрит. По пиндюре. А 44 нету. Видно. А
А вот, кстати, лежит... Эй, движок, ползем на коленях. Лежит Т-43. А, к сожалению, Т-54 облегченный где-то там. Где-то там, вдали, где я не вижу его. Так, вот здесь воюют. Так, давайте немножко... Где же ты там? 5-4. Где ты замаскировался под куст, сволочь? Так. Тройка выглядывать не хочет. А, вон 54 облегченные. А это значит, что мы можем выехать и еще раз дать... Мал снаряд, Абдора. По 43-ке. Халява! Халява, сэр. Ну а я... Да, хочу сказать, а я добью. Сейчас, дали добить. Ага. Так, сейчас Т-54 сгорит. Здорово. Он имели бы убить. Это было бы здорово. Боюсь, я отсюда... Его убили. Ну что, попробуем прыгнуть со скалы. Прыгнули со скалы. Правда, мы здесь одни одиношеньки. Если на нас сильно сагрится, это будет жопа. Пробил и гуслю кританул. Он за мной 49 псиганул тоже. Нормально. Пробили. Включаю-ка я голду, друзья. Голду включаю. А там он еще СУ-152 ползает. Ох, по мне арта отработала. ПТ меня стоит, ждет. Вот ребятам бы понять, что развернут он. Им, там 75-й, там им тоже просто так не разделаешься. Дан-дара-дан-дара-дан-дара-дан-дара-дан-дара-дан-дара-дан. Ну что, стоим тогда, ждем, что еще остается делать там. Этот вон ползает. Так, отстрелялся, да? Скользкий какой! Охренеть! В НЛД не пробил. В НЛД, друзья, я его не пробил. По мне арта все откидывает второй раз уже. Там, кстати, сушка может меня приголубить. Нет, уже не может. Но мы подождем, сейчас в жопу ему зайдут. Ему придется что-то делать, и уж тогда мы вот так вот сделаем. И ни хрена он еще не сделает. Ну, пожалуйста, в тебе в ЦМ будет отрабатывать делов-то. Ангару, привет! Давай пока. Давай пока. Давай пока. Да, ну конечно, в НЛД не пробивается. Даже голдой. Хотя у меня там на голде меньше 200 пробития. Так что ничего. Ничего удивительного. Ну а пока заходит шикарно. Слушайте, 3 победы подряд. Прям. Прям даже как-то и неожиданно. Честное слово. Ладно, летим дальше. Ох, мать моя женщина. Малиновка. 24% на победу. Какая прелесть. Угу, взвод первый. ФЦМ и 2 ВЗХи. Прекрасно. Прекрасненько. Вопрос, куда ехать? Ехать куда?
Ну, наверное, куда-нибудь в район озера. По кустам тырится с моей маскировкой, с моей сеткой. Думаю, вполне. По машинам, салаги. Вполне нормально будет. А там дальше как получится. Без палева не получилось, друзья. Кто-то уже сидит на мелководье с трубой. О, вызах кончилось, фига себе. Ну, горку я вот эту палю, на которой обыкновенно постоянно кто-нибудь стоит. Но никого не видать. Ну, наши простреливают наобум. На Верочку. А мы не будем палиться. А, вон он, кто меня спалил-то. Ну да, он шустрый, доехал-то явно быстрее, чем я. А может, его как-нибудь заберут со стороны нашей базы. Прикольные звуки. Конечно, по красоте. Просто по красоте. Вжик, вжик, вжик. Пока никого. Пока никого. А если там вот ВК бы не палило, можно было бы как-нибудь горочки попробовать сунуться. Но не на этом, конечно, агрегате. Слишком большой КД. Мелочь какая-нибудь спустится, затербанит. Даже тот же СТРВ-74. Наши все бьют по этому холму. Да и вообще как-то линии соприкосновения совсем нет. Наши уже вон там к базе доехали в трёхе. Тройка. Ого, ты смотри. ФЦМ. Обалдеть. Ну там наших тоже довольно-таки существенно. Так. Наши получают леща почему-то. А, блин, были бы они поближе вам. ВЦМ. Тут, конечно, прострелы. Это просто жесть какая-то. Пытаться в это попасть. Давайте на Верочку. И то в камень зарядил. Ну что делать-то будем? 2-4 проигрываем. Эти чудики, которые поехали на базу, они слили. О. Нужно больше дамага. Хоть так зарядил. Отлично. И тут же ФЦМ получил, потому что мне эта сраная ВКшка спалила. Да-да-да-да-да-да, я тут, давай. Кто ж тут?
Давайте с этой стороны холма как-то попробуем что-то делать. На базе полная жопа. Один АФК. 304-й, я не знаю, что он стоит. Уехал бы оттуда. Там тройка с 25-м слились. Ну и бой сливной, конечно. Тяжики наши все всосали. Все почти шотные. Ты на мушке. Ты на мушке. Ты в хлопушке. Где твою... Как же ты мешаешь-то, а? Перехожу на ручной режим. Одна башка вон появилась и исчезла. Да ну это я не пробью в жизни. Здесь даже у меня снаряды будут платиновыми. Мелкое говно, а. Наводчик, прицел поправь. А, я стреляю, слушайте, обычным. Давайте попробуем голду зарядить. Может, я ему в люк попаду. Раза 700-го. Здесь, конечно, он шевелится не будет. Нет. Где-то в районе башни падает. Ух, не, даже такой? Так видно, что снаряд мимо уходит. Ну, во, более разумная цель. Правда, для нее голда не нужна. Мал снаряд, отдора. Где-то рядом вот Шкода ползает. Шкода. Расти, расти, моя статка. Пошел ты. Сейчас со всех сторон обстрел будет вестись. О, уже в жопе где-то там заехали. Переходим в режим консультанта. 3.12. Что тут скажешь? Ничего не скажешь. Олень. Тормоза. Смысл вот это писать, если вы от трех тяжиков шестером на горе всосали до состояния шотности. То смысл теперь это писать, господи. О, боже мой. Насилуют вчетвером. В зэхе даже стрелять не в кого. Ё-моё. Всё, кончилось. Ну... Не всегда же побеждать, правильно? Самое обидное, что всего два шота дали. Простояли почти весь бой, цели не было. На то, что было там, с таким прицелом попасть куда-либо, бред. И даже с моими двумя шотами я на пятом месте по дамагу, бред. Просто бред. Ну ладно, едем дальше. У нас уже почти 40 тысяч опыта, опыта. Аэродром. Ну, более-менее, правда, с девятками. Пробовал я налево занимать крайний, левый фланг. Ну, с этой стороны правый фланг, за камень подбиваться. Вообще не вариант. Слишком большой у нас агрегат, и слишком он бьется в любое место. Не выглянуть, так что вообще не вариант. Поедем на центр, на полку. Постоим там. Можно смело сразу, наверное. Сразу там. Да, давайте сразу.
Серебро есть. ВБР с нами, мехвод, жми на педали. Включу голду. Сейчас один хрен какой-нибудь с ТТ подвернется под руку, а мы его даже и возможности пробить не будем иметь. Ай, летим, 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 летим. Гусля сбита, тащи ах запаску. Ах ты, тварь. Кто там еще кто-то есть? Толкаем танк, крампирюшку. Охуеть, друзья, все. Фул хп я потерял. Понта 0. Двигло выбитое. Это жесть. Конечно, фееричные. Тяжики наши вообще никуда не спешат. Правильно, зачем спешить? Ведь там страшно. Так, стоп. Спугнули. Спугнули 90-ка. Какашки злые. Не выглядывают. Нормально так, где-то на метр в сторону улетает снаряд. О, 120. Отлично. Шестерка ушла. Надо повторить. Ну хотя бы дамаг нанесли. Не сольем в этом бою с нулем. Хорошо зашло. Еще разок влили дамаг. Командир, мы окосели. Сука. И 90-к нас добьет. Поиграли твою дивизию. Нормально. 90-к, 90-к. Причем, сами видели, он стрелял, его даже не видно, прикольно. То есть это не я его палил, а тяжик, который там стоит. А я даже с трубой, сеткой. Что такое для нас труба? Правильно, правильно. Жесть, друзья, жесть. Вот что значит не занять камень. Друзья, а ведь у нас два бульдога, 49-ка. То есть аж целых трое, кто мог бы это сделать. Но нет. И теперь всем приходится отвлекаться в бок. Да. Обидно, обидно. Ну что, тут еще долго они будут играть. Смысл столько наблюдать на не вижу. Давайте на каком-то еще танке скатаем. Пока суть до дела, да? На каком-нибудь вот ФВ-4202. Не так часто я его беру. Примак английский. Топ, рудники, встречка.
Наверное, имеет смысл попробовать прорваться на гору. Какой танчелом класс. Ну и, наверное, после этого боя уже будем, собственно, саму серию заканчивать. Неплохо, в принципе, повоевали. Можно было бы, конечно, и лучше, но... Что есть, то есть. Господи, спаси от фугасов танк летящего. Спаси от фугасов танк летящих. Ну, кто-то обязательно должен врезаться. Расти, расти, моя статка. Покарали мы одну сортошечку. За камнем, что ли? Да, ну, ПТХ. Сгинь, нечестивый. Не, не успел прицелиться. Так, арта есть, в принципе, да? Но я смотрю, здесь они какие-то все маленькие. У них тяжики он рванули на захват, окей. Не спускай с него глаз. Да иди твою зону, что ж ты мне подрезаешь там? Все, улетел. Есть отставить. Ну и куда я попал? Если я в этого не попал. Шустрый он больно. Вот что я вам скажу. Моя пушка яд, словно автомат. Но я тебя нашел. Мал снаряд, так дорог. Ой, 50-100. Не делай так. Я так не хочу. Хорошо зашло. Я так не хочу. Расти, расти, моя статка. Так, там он тройка, по-моему, меня уже хочет контролить, да? Черт, мы на гусле. Сейчас арта накроет. А кто меня? Мал снаряд. От дора. Тигр. Ай, в стенку попал. Газу давай, газу. Так, мы этого убили. Расти, расти, моя статка. Хорошо. Тройку караем. Там еще кто-то стоит. Нужно больше дамага. Больше, больше дамага. Еще все убили. Так, ну здесь должен быть тигр, там ПТХа. ПТХа должна быть. На базе стоять. А здесь напротив меня за зданием тигр стоит. О как. Так. Скотина. Так спаял, что аж гусли слетели. Тигрулечка. Надо повторить. Будем разбирать. О, леопард. Ду-ду-ду-ду-ду, пулемет, ё-моё. Мал снаряд, от дора. Тигр, тигр, не шали. Не шали. Расти, расти, моя старка. Собак пробилась. Надо повторить. Ух, там, блин, арта возбудилась на меня. Ангару привет. Ангару привет. Так, ну я думаю, надо спускаться. Надеюсь, как низко в этой получится. Надо спускаться и ехать за этим товарищем. Сейчас там как раз тройка на него выйдет. А с этой стороны мы выйдем. Ты на мушке? Ох, мать. Расти, расти, моя статка. Это было больно, друзья. Это было больно.
Хорошо дошло. Мал снаряд, отдора. Так, спокойно. Я свелся и пальнул. Тебя в ангар окнул. Собака, нормально озвучка. Нормально, мне нравится. Так, ну что, лорка мне привет отправит, нет? Не отправляет. Поехали, найдем-то. А, вон и уже нашли. Можно было бы и не ехать. Но нормально разобрались. 3800 набили. 3800 на восьмом левеле. Это хороший показатель. Хороший. Ну и все, собственно, да. Хорошо. Приятно заканчивать игровую сессию победой. Так, чем у нас там закончился бой-то? Этот закончился. О, мы даже на первом месте. Но неплохо нам дали пострелять. Это да. Есть такое. Лео все еще в бою. Вот так вот. Долго они, долго. Центовка все снижается, снижается. Уже 83. Нормально. Так оно и должно быть. Ну ладно, фиг с ним. Без того боя обойдемся. 5 боев, 4 победы. Вот как-то так. Средний дамаг 1600. Но это благодаря, конечно, последнему бою. Так она где-то 1200-1300, не больше. Налево получается. Уж больно прицел неудобный, друзья. Долго надо стоять, сводиться на дальних средних дистанциях. На дальних это вообще кино. Хрен попадешь. Ну, конечно. Да. Ладно, друзья, на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайков, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, репостите. Всего хорошего и удачки.